Так, утки были в центр, ушли, да? Да. Саду уток.
Там, по-моему, гуси были, мне кажется. Белые. Ну, гуси, да, это крупная дичь. Алёнушка! Это соль. Соль. Вот Алёнушка, её мультик. Ну, в общем, практически дошли мы, наверное. Ну, мы увидим конец или нет? Нет. Она же под мост походит. А? Она же за мост походит. Кто она? Глядь. Не, ну ты говоришь мостик? Не знаю, если ветер пустичный какой-то там попустит. А сколько еще до мостика? Много, да? Я вот думал, пойдем к селу, что-то сегодня. Ну, а практически вот за это излучено, там мостик будет. Поворотом. Вон они. Пернатые. Бутовое ружье. Ну что ты пугаешься в раньше времени? Спрятались в кустах. Заволновались? Или не очень? Вот часть от него, а часть, видимо, от этих лишь серые. Да. Часть голуби, часть чайки. Получается гуси. Вот если бы я махнул бы рукой, они бы пошли бы, наверное. Значит, я что-то даю. Поскольку рука пустая, будем на меня реагировать. А свиньи водоплавающие или нет? А как? Пернатые. Пернатые. Нет, пернатые это с перьями, которые, наверное. А щетиной. Хоть бы что-нибудь еще экзотическое увидеть. Бобров там, я не знаю, что. Тут же, в общем-то, и комары всякие, насекомые могут быть, да. Ну, сейчас все идиллично. Нет, идиллично, комаров не надо. Так, еще воды перележите, дадим, а то, может, еще чего-то будет интересное, а там уже будет пусто.